Привет, друзья! Сегодня вы увидите ремонт Subaru Outback. Ремонтировать буду заднюю часть и немного перед. Ну что, начну ремонт. И как всегда, ремонт начинается с разборки. Снимаю битую крышку багажника и сразу же устанавливаю другую, целую. Итак, задняя часть машины разобрана, целая крышка установлена. Теперь буду равнять заднюю панель. Первым делом вытягиваю лонжерон. Он немного согнут. С лонжероном я закончил, делаю контрольные измерения. Высота обоих лонжеронов во всех зеркальных точках должна быть одинакова. Все чудненько, теперь равняю саму панель. Thank you.
Заднюю часть машины я подшаманил. Теперь устанавливаю задний бампер и задние фонари. Проверяю зазоры. Итак, заднюю часть сделал, зазоры прекрасные. Теперь разбираю все обратно и отвожу заднюю крышку и бампер на покраску. А пока их будут красить, я подшаманю немного передок и покрашу заднюю панель. Начну с переда, немного подровняю и соберу его. Передок подшаманил, заднюю панель покрасил. Привезли покрашенные детали, устанавливаю их на место. Ремонт этого Subaru закончен. Этот ремонт занял 43 часа. Yeah.
А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы увидеть новые видео. Пока!